Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 857. У Вити есть 500 рублей. На свой день рождения он хочет угостить каждого из своих 24 одноклассников шоколадкой. Одна шоколадка стоит 19 рублей. Узнав это, Витя сразу сообразил, что денег ему хватит. Как, по вашему мнению, он смог это быстро определить? Но для того, чтобы определить, хватит ли 500 рублей для покупки 24 шоколадок по 19 рублей, нужно умножить 24 на 19. Сделать это устно, ну, сложно, поэтому можно поступить по-другому. Ну, так, очевидно, поступил и Витя. 19 рублей – это приблизительно, если округлить до десятков, то это приблизительно будет равно 20 рублей. А теперь 24 умножить на 20 несложно даже устно. Для этого нужно 24 умножить на 2, это будет 48, и приписать 0, то есть всего 480 рублей. 480 рублей меньше, чем 500 рублей, поэтому 500 рублей Вите хватит, тем более на покупку шоколадок по 19 рублей, на покупку 24 шоколадок. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.